Приветствую всех любителей новостей. С вами Адель Сальхов. Это мобильный репортер. Самые горячие новости с просторов интернета в нашем выпуске. Мужчина спас из ледяной полыни косулю в Красноярском крае. Историю спасения гибнущей в полыне косули рассказал Олег Янкин. Мужчина вместе со своим другом на днях ехал по дороге между деревнями Кой и Мина и увидел, что в реке застряла молодая косуля. Несмотря на маленькую глубину, животное не могло выбраться из полыни и могло погибнуть. Мужчина решил спасти животное и, недолго думая, отправился в реку. Вся операция по спасению заняла пару минут. Косули в конечном итоге все в порядке. Мы посмотрели, что прошло 5 минут, она отдышалась, встала и убежала в лес. Ноги я себе не обморозил, натер коньяком на месте и порядок, поделился мужчина подробностями. Мужчина в Казани решил прилечь отдохнуть прямо посреди дороги. Однако автомобилистам это вовсе не понравилось. Мужчина затруднил движение на улице Павлюхина. Причины странного поведения мужчины остаются загадкой. Иногда люди делают очень странные вещи. Вот как, например, на следующем видео. Женщина перекрыла движение целому потоку машин, забрала вещи из автомобиля и просто ушла. Остальным автомобилистам пришлось сдавать назад. Трудно сказать, почему же автоледи решила так поступить. А следующее видео в очередной раз доказывает, что внимательным за рулем нужно быть даже, казалось бы, в самых очевидных ситуациях. А вот так сейчас выглядит почти любая улица в городе. Весна активно наступает, и город оказался просто не готов к превращению в Атлантиду. Напомню, что проезжать по таким лужам нужно крайне аккуратно, ведь потом ремонт в сервисе после гидроудара может обойтись очень дорого. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые горячие видео с просторов всемирной сети. До встречи на телеканале Татарстан 24.